происходит монтаж двух хлебниц. Одна хлебница будет 3 метра длиной, вторая будет 2 метра. Выровняли ее. Также подготовили каркас, нельзя будет сейчас скручиваться. Здесь чуть-чуть мы ее потом подвинем сюда вплотную. Сейчас будет скручиваться каркас. И там внизу уже подготовили поликарбонат. Сверху ленту с профилем красивым надели уже. После того, как скрутили низ каркаса, включим поликарбонат. Также здесь будет проходить срезанный по дереву. Здесь через профиль, так как трехметровая. Монтаж двух хлебниц. Одна хлебница двухметровая уже собрана, собирается трехметровая. Собрали низ, обшили, и начинаются обшиваться вот эти раковины, начиная с малой. Обшиваются торцы, и поверх будет сейчас обшиваться здесь. Приготовим сейчас поликарбонат и будем прикручивать. Также резинка торцевая. И вот это уже обшили, собирается уже большая часть. Монтаж двух хлебниц. Малую сторону уже собрали, все обкрутили. Вверху ленту с профилем. Соединение двухметровое, 3 метра через такой вот профиль образный идет. И после того, как собрали малую часть, собирается уже большая. Поставили торцевые части. Сейчас будем их обшивать с двух сторон. Потом ставятся прогоны. И обшивается уже поверх. И готово. Закончили монтаж двух хлебниц. Одна хлебница 3 метра. И вторая хлебница 2 метра. Шириной 1170. Установлена брус ТМСТ, обработана антисептика. И вторая также. Поликарбонат идет полигаль практичный. 4 мм на 6 плотность. Труба идет оцинкованная, плюс покраска пленой порошковым способом. По сборке. Также снова сначала брус выставляем по уровню. Потом собираем каркас нижнего уровня, обшиваем его поликарбонатом. Дальше ставится малая ракушка, собирается она и обшивается поликарбонатом. Потом уже большая обшивается. Также установлены для крючки, для фиксации разного уровня проветривания. И одет везде профиль торцевой с перфолентой. Шире, длиннее, точнее, 3 метров, удлиняется таким профилем N-образным. Такие две хлебницы, прям стоящие.